Всем привет! Сегодня мы рыбачим в Пуще, сейчас около 8 часов утра. Рыбачим мы на ультралайт, и первая моя рыба вообще пойманная на спиннинг. Вот такой вот окунек. Я считаю, что это не маленький окунь. Он, конечно, и небольшой, но это вообще первая рыба, которую я поймал. Вот, будем пробовать ловить дальше. Чуть-чуть позже я вам расскажу, может, в этом видео, может, в следующих, по самом спиннинге, на который я сейчас ловлю. Вот. И будем сейчас пробовать достать еще окуньков. Да, вот ловлю я вот на такой вот твистер, вот такого вот странного цвета. Тут и кола есть, и зеленый цвет, и с такими зелеными внутри блестками. Вот такой вот неплохой вот окунек. Прошло уже приблизительно полтора часа с того момента, когда был пойман окунь. С того времени больше никакой рыбы не ловилось и даже не было никаких поклевок. Продолжаю я ловить вот на такой вот силикон. Это от 1,5 до 2 дюймов вот такой вот твистер. И грузик у нас чебурашка через заводное кольцо. И вес самого груза 3 грамма. Вот, я все-таки надеюсь поймать еще хотя бы одну рыбешку. Я просто уверен, что здесь есть эта рыба, но я ее просто не знаю, как поймать. Нет, не хватает мне опыта, как бы ее ловить. Но со временем, я думаю, придет опыт. Вот такие вот вымостки здесь есть в Пуще водиться. И сейчас мы будем пробовать с этой вымостки в таком как бы небольшом заливчике поймать очередную рыбу. По крайней мере, я так надеюсь. Ну что, ребят, 12 час. Я уже свое отрыбачил. Второй был у меня зацеп. У меня было всего лишь 2 крючка. Потерял я 2-й крючок, ну и ловить больше не на что. Ну, я думаю, что и смысла дальше ловить тоже большого не было. Все-таки 12 час уже, либо ждать вечера надо было, вот, либо уезжать домой. Крючков нету, ждать тоже очень долго. Поэтому итог моей рыбалки — это 1 окунь. Вот на выходных я съезжу, куплю еще себе крючков и буду заново учиться ловить рыбу на спиннинг. Все, всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до новых видео. Пока-пока.